Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Amazfit GTS 3. И сейчас я покажу вам, как подключить данные часы к Android-устройству. Итак, для этого мы скачиваем приложение ZAP, заходим в него, регистрируемся, все дела. После чего нажимаем на плюсик в левом верхнем углу, далее нажимаем «Часы». И теперь нам нужно отсканировать QR-код. Вот, теперь мы ждем, когда они у нас подключатся. Далее нажимаем на галочку на часах. Здесь мы можем синхронизировать информацию, можем сделать как новое устройство. Нажимаем «Готово». И здесь мы можем такую небольшую инструкцию пройти. Вот, и нажимаем «Готово». И, в принципе, на этом все. Таким образом мы подключили часы к Android-устройству. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.